что нужно все закрыто. Одно хорошо. Здоровье восстанавливается со временем. Вы получили модификацию оружия. Используйте верстак, чтобы устанавливать модификации.
ориентируюсь. Питомца. И рубленное мясо псит. Что так трудно запомнить? Ты что-то совсем запуталась. Или может с катушек слетела. Жизнь вообще несправедливая штука. Привыкай. Процессы, которые делают возможным чудо под названием жизнь. А ты имеешь в виду, как меня не убили мародеры, они меня не тронут. Я у них в фаворе. Можно даже сказать, я их королева. Наградила меня мама харизмой.
Вы получили модификацию оружия. Используйте верстак, чтобы установить модификации. Thank you.
детали для оружия. Взять все. Обшарпанный автоматом. Почему она не ремонтирует их? Мать твою, женщина! Да! А я говорил! Картридж с битами. Энергетическая ячейка, охлаждающий контейнер. Ну что делать?
крыша. Переключается язык. Сволочь. Ну все, загубил игру. Оказывается, нужно было выйти в main-menu, и тогда можно через настройки изменить язык. А так в игре язык не меняется. Только в основном меню. Вообще с настройками плохо во время игры. О, когда в игру входишь, настройками очень плохо. О, нет стрелок смены языка. Только главное меню, когда выходишь, тогда есть. Такие странные вещи у них здесь. Звук. О, стрелки смены языка. А это мы всего лишь хотели сменить. Это самое. Показывать или не показывать шлемы на игроке. Какие напарники. Теперь шлем не показывается. Напарник же я переодел. Для красоты. И приказал ей держаться поодаль. Кто у нас стрелял? А, наверное, я подорвался на мине. Возвратиться
Jesus, det låter. Это я подорвался. Прошлый раз. Я вроде бы выбирал сложность обычную, то есть необычную, это как я. Я выбирал сложность картридж витами. Клинок. Я самую простую сложность выбрал, а теперь смотрю, и там не простая, а обычная. Но потому что я кнопочку по умолчанию нажал, и вот к чему это привело. Мухоморы. Планета другая, а мухоморы как настоящие. Может, ей не оборону, а лучше нападение. Включили напарницы нападение. Агрессивная такая девушка. Если очень быстро пробежать по лаве, то помрёшь или помрёшь. Да, хорошо, что мы агрессивность ей включили. Это можно кушать?
они тут мародера-разбойника кушали, а мы им помешали. Испортили аппетит. Невидимая стена. Место купания. Но это уж я совсем не люблю. Когда нельзя даже искупаться в море. Ну, в океане. А еще хуже, когда искупнешься и помрешь в процессе купания. Тупик? Нет. Хорошо. О, кораблик. Навернулся. Невидимая граница. Ужас какой-то. Ну что ж такое-то? А он кого-то убивает? Нет. Все в порядке. Так. Обходной шунт. Плазменная винтовка. Картридж с битами. Детали для брони. Взять все. Потому что жадина. Невидимая граница. Ужас. Симпатично все. Плазменная винтовка, конечно, здорово. Нет, конечно. А невидимые границы — это не здорово. Что такое? Ой. Что
управление куда-то вырезает за пределы экрана почему-то, и он становится неуправляемым. А почему так происходит, непонятно. Самый ответственный момент. Так нас прикончат. Мародёры-зайки. На игре это уже было. В украинской игрушке башмак так валялся, а в нем нога чья-то.